Трехлетней девочке из Арани необходима помощь. У Аделины Югай детский церебральный паралич. Чем старше будет становиться малышка, тем меньше шансов у нее на выздоровление. Поэтому родители девочки просят помощи у неравнодушных карагандинцев. Аделине Югай 3 года, но проявить свои эмоции она может лишь едва уловимой улыбкой. Девочка не умеет переворачиваться, ползать и разговаривать. Она родилась недоношенной. Врачи поставили ребенку диагноз ДЦП 6 месяцев. Хождение прям какое-то по клиникам. Одна методика, вторая методика. Мы с 7 месяцев уже начали ее лечить. Это ЛФК, это массаж, это иглотерапия, мануальная терапия. Куда мы ее только не водили. Уже доходило там до абсурда, мы ее и к бабкам, и к деткам, кто как зачитает, кто что возможно. Как бы копируют движения, которые должны быть при ползании по-пластунски. Оказалось, что помочь ребенку можно. Мама девочки обучилась в Москве методике Надежды Лоскутовой. Приехав в Караганду, она стала заниматься с девочкой, и Аделине на глазах становилось лучше. У нас до БФМа вес ребенка в 2,5 года был 6 килограмм. Мы год мучились, а мы ходили по всем гастроэнтерологам, врачам. Никто вообще не мог поднять вес ребенка. Эти все диеты, это вот разные лекарства, от которых становилось и только хуже. Начал эту методику, мы поправились. И буквально за 3-4 месяца, да ладно тебе, мы набрали, наверное, килограмм 4-5. Родители надеются на выздоровление Аделины и призывают неравнодушных карагандинцев оказать помощь в оплате 10 курсов лечения в Москве, которые помогут их девочке стать полноценным ребенком. Все контакты сейчас на экране. Я обращаюсь к карагандинцам, чтобы они помогли нам собрать нужную сумму на лечение. Хотим, ну хотя бы один раз ездить, попробовать, как это. Я уверена, что вот у нас прям пойдет большими шагами вперед. На один курс лечения 640 тысяч тенге требуется. Алина Акбаева, Виталий Силин, Владимир Иванюк, 5 канал.